Санечка, пока ждем ребят, хочешь вращать колесо? Ты знаешь, Лех, я вообще не люблю принимать участие в судьбах людей. Но сейчас захотелось. Конечно. Давай, Санек. Ой, я не могу, у меня пуповина, так что ты давай. А, пуповина, да. Я со своей пуповиной сегодня. У нас просто не было зала, и мы решили снимать внутри мамы Саши. Лех, ты чё, про мать? Про мать жёстко. Извини. Продолжай. Ладно, ой, ребят. Знаешь, а твоя мать настолько огромная, что вот мы сейчас в моей матери, и все это происходит в твоей матери. Моя мать в ней. Да, но все, если мы вспомним, то моя мать лежит на твоих прабабушках, на трех твоих прабабушках. Да, моя мать внутри твоей матери, и твоя мать на моих прабабушках, и мои прабабушки три лежат и такие, мы маленькие, какая она огромная. Но суть в том, что, понимаешь, нельзя, я бы на твоем месте не делил бы вот весь этот мир на твою мать и мою мать, потому что все мы понимаем, что все мы в какой-то степени твоя мать. Ну, то есть, это, нет же уже четкой границы между вот нашим миром и твоей матерью, согласись. Мы все чуть-чуть вот... Не надо прямо их расчленять. Да, да, я понимаю, что не нужно их расчленять, тем более на твою мать и пилы-то не найдется такое огромное, это просто невозможно. Гарик, тебя потрепала жизнь за это время. Про мать жестко, пацан. Последние несколько минут выглядит так, как будто бы мы все пришли к старцу за советом. Так, у меня бабушка болеет. И мне батюшка сказал, что это испытание, посланное Богом. Но так ли это на самом деле? Отец Василий, ответьте, пожалуйста. Не переживайте за свою бабушку для начала, потому что скоро она умрет. Да. На небе ее принят как надо, ребят. Все проблема в том, что у нее еще две сестры, и на них огромная Лехина мать лежит. Им очень тяжело. Наша церковь, она... Супер тяжело. Блин. Наша церковь не признает существование Лехиной матери. Считается недоказанным ее существование. А, вы же аматеристы. У меня немножко сердце кровью обливается. Ну, типа, блин, столько шуток про мать не получится оставить в передаче. Это смешно, но давайте уже заканчиваем. Они не влезут просто. Не влезут, братан. Нет, ты попробуй еще, попробуй повести, мне интересно. Я правил не знаю просто. У тебя сейчас есть выбор, либо дальше продолжить играть в эту взрослую игру, либо расплакаться, обнять меня, попросить прощения. Я вижу, что ты начал волноваться. Это старческое у него. Волчата, смотри. Есть ли кого-нибудь тонометр, ребят? Откуда ты знаешь, что такое тонометр? Мама твоя рассказала. Это было по-взрослому, по-взрослому. Сань. Сань. Саня. Саня. Сейчас, парни, извините. Саня. 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 Блин. Там, кажется, мать моя пришла, звала меня. И что, и поместилась? Да, Лёха, она бы поместилась, но не смогла зайти, потому что там твоя мать пол... Ай, господи. Гарик, пожалуйста, начни говорить. А, материнский капитал заполонил стендап-клуб. Недавно в инстаграме знаменитости Гарика Оганесяна появилась фотография. У мамы Гарика был день рождения, этому можно поаплодировать, это действительно... Спасибо. Да. Ну и там была фотография, и Гарик написал: «Поздравляю тебя, мама, с днем рождения, ты самая лучшая мама на свете». И мне так захотелось написать: «Нет, моя мама самая лучшая». Но я этого не сделал, потому что это не так. Мать Гарика явно лучше. Я явно лучше. Там даже по фотке видно. В смысле, блин, я не понимаю, почему это скатывается. Я никакой подтекст не вкладывал. Никакой подтекст. Да нет, это объективно. Ребят, пожалуйста, только не в начале передачи. Я вас умоляю. В середине про маму можно, а в начале нет. В середине вообще, ну... Давайте обсудим, оценим. Как ты считаешь? Как ты считаешь, чья мать лучше? Так. Я так думаю.
Я так думаю. Я видел маму Гарика. Неплохо. Но моя мама писала у тебя на стене граффити. Нет, а да почему-то у меня на стене, писала «Верни стену дуров». Почему? Ну, как давно вы общаетесь? 2007-го. А что ты думаешь, Гарик, по этому поводу? Я не знаю, как говорить. А ты, Сашка, думаешь, это хорошая или плохая новость? Я считаю, что, конечно же, это была шутка, мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Но ты не расстраивайся, потому что правда такова. А у тебя мама в Воронеже? Нет, в Воронежской области. А где воронежцы? Извини, Саня. Не удержался чуть-чуть. Что? Ну, я подумал, что в Воронежской области не могут поместиться одновременно и воронежцы, и твоя мать. И поэтому спросил, где воронежцы. Да. Леха, ты никуда без шуток. Это прямо очень такая сильная, прямо вот такая громадная мысль, которая могла бы посостязаться с твоей матерью. Давай. Мощи. И раскусил тебя на слове «громадная», Санек. Но весь в мать. Его мать столько всего раскусила.